Тепло вновь появилось в больнице Кармакшинского района Кызылординской области. Местные власти несколькими днями ранее дали указание отремонтировать в медучреждении систему отопления. И сейчас пациенты клиники уже лечатся при плюсовой температуре. Кроме того, по словам чиновников, вскоре будут выделены деньги для установки дополнительных котлов. Правда, о сроках пока никто не говорит. Эту больницу построили в 1986 году. Сейчас она требует капитального ремонта. На эти цели должны выделить 177 миллионов тенге. Сейчас этот вопрос рассматривается в государственных органах, после чего мы приступим к ремонту. Ранее мы говорили, что в этой райбольнице отсутствовали какие-либо блага цивилизации. Вода, тепло, а также санузел.